среду в Самарской области будет облачно и пасмурно, местами пройдут небольшие дожди. Станет еще чуть прохладнее, днем 14-18 с плюсом, ночью 10-12 выше 0. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 18 градусов, ночью плюс 12. Ветер северо-западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно и без осадков, плюс 17 градусов в дневное время, ночью 12 выше 0. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой дождь, дневная температура 17 градусов тепла, ночью плюс 12. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.